году у закрытого стадиона в Братиславе проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. Яна Таулер и Бернард Форд из Англии стали чемпионами Европы по танцам на льду. Выступают Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Блистательный дуэт «Звезды Братиславы» — так называла мировая пресса выступление прославленных советских спортсменов. В парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов вновь стали чемпионами Европы.